Лук начал цвести. Обалдеть. Розочка, все. Машкары, блядь, сколько. Вроде дождик это. Нет, чтоб здесь сидеть, на соседнем участке. Ну куда надо было пиздячить? Ну что за животные такие? Там вообще лес, речка и лес, понимаете? Если он туда пошел, во-первых, клещ укусит, а во-вторых, это все уже, он не вернется. Потому что он не знает дорогу домой. Парковка? Да. Моя парковка. Нет, это не моя. Как же нам идти домой теперь? Ты куда? Заходим. Погромче, я не понимаю. Что? Я не понимаю. Что написано? Что написано? Не трогайте меня, я вас не снимаю. Перед церковью сидите и такое позорище перед женщиной. Пошли. Давай. Что за люди? Мужики пошли вообще. Меня не надо снимать, я сейчас разобью. Смотри, какая тут красота. Видишь? Да, боженька, видишь, родился. Отсвечивает. Вот так вот люди могут испортить настроение, не из ничего. Мне он вообще не нужен был, чтобы его снимать. Мы же влог снимаем, правильно? А ну видите как. Здесь очень красиво, нам мне все очень тут нравится. Церковь Преображения Господня. Ай, как подвернула ногу. О, денежное дерево. Кажется, оно может на улице стоять. Историко-культурный памятник, вторая половина 19 века. Надо покреститься вот так. Свечи. Свечи.
открыто. Да, да, да. Сколько? Сколько нам сейчас? Тридцать. Давай. Пакетик будет? Дочка, идите, я буду вас считать и буду смотреть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Разводите сами. Нет, конечно, нет. Кому молиться, помолиться. Ну, не то, что Угу, сейчас придет. А вот очки, да? Купила очки себе вот такие. Муж купил мне шорты. Выпросила. Все тогда этот. Высокая. Угу. Потом еще здесь, вот в этом же районе, Антон, есть шорты. Она, честно, на очки не сделали они скидку. На все, на все. Что ж ты на раз? Одежду только. А на зимние вещи вообще 40%. Этикетка на очке мешает. Очки. На очке тоже. Очко не мешает. На очке тоже бывает этикетка. Очки, вот, да, очковые. Вот если одеваешь шорты, и там этикетка висит. Ничего, считаешь, что она на очке? На толчке. Тут же у них второй. ТЦ маленький, но. Ой, оно лучше, что оно маленькое. Хоть когда. Бежишь, да, так хоть быстрее выбежишь, да? Понастроят здоровых. Да, да, сынок. Персик. Название бомбовское. Персик, абрикос. Что-то я малину у вас не нашла на огороде. Должна быть. Крыжовник это, а малину не вижу. Она, понимаешь, вроде как есть, но она не дает плоды. Что-то у нас такая,
Классные я взяла жемчуги. Их только потому, что ты сказал, что... Но они правда тебе идут. В силу моего дальтонизма. Снять надо наклейку. Не мешает. Ну, что могу сказать? Как вот эта штука называется? Ну, душка она. Ну, тоненькая. Один хрен тоненькую взяли. Ну, это толстая крепче. Крепче. Упала, а все равно сохранилась. А здесь... Если прям... упала, то тогда хоть какие они будут отечь. Ладно, все. Мы едем за соками. Магнит. Бабушка спортом занимается. Все. Попросила мужа сходить за соками. Приехали на магнит семейный. Говорю, не пойдем, потому что это бесконечно, это потом все хочется. Захар просится, все хочется. Вот. Очки так интересно тут написано. Не пойму, на каком языке. Нормально, нет? Дядь по машине спит. Рядом. Тут, короче, написано. Предпочтительно употреба. Вот, как будто на украинском, да? Может, это польский? Сейчас поедем в дом. Домом занимается. Муж по делам поедет. Посмотрю, может, кот вернулся. Мы его в ту ночь, вот, день назад, все 3 часа искали. Я всю ночь орала «Брюс, Брюс». Так он по соседним параллельным улицам. На следующий день я на целый день вчера, вот в воскресенье, приехала. Весь день мы там провели, я его ждала, звала тоже. Ну, корм кончается, корм кто-то ест. Ну, понимаете, это может кушать и другие соседние дворовые коты могут приходить, прошарить и бесконечно пропираться теперь есть там. Наш кот, я не знаю. Конечно, бы хотелось, чтобы это был он. Но это не факт. Да, сынок? Боль просто неописуемая. Сердце болит. Душа болит и сердце плачет. Очень тяжело. Пусть буду во всем виновата я. Все. Пусть будет так. Если вам так будет легче, пусть буду я виновата. Я знаю, вы мне сейчас начнете писать, что просрали животное. Мы и без вас знаем, что мы его просрали.